Быстро, просто и вкусно. Думаю, такого девиза придерживается большинство хозяек. Если вы из их числа, то это блюдо создано для вас. Могу лишь добавить, что это необыкновенно вкусно. Блюдо, достойное тихого семейного ужина и праздничного стола. Гарнир можно подобрать любой на ваш вкус или подавать со свежими овощами. Как приготовить куриное филе с морковью и сыром, смотрите в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Филе разрежьте вдоль, можете немного отбить. Посолите и поперчите по вкусу. Морковь и сыр натрите на крупной терке. Чеснок мелко порубите. Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Форму смажьте растительным маслом и выложите филе. На филе выложите морковно-сырную массу и поставьте запекаться на 40-45 минут в духовку, при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!